В ночь на понедельник при пожаре в котельной цветочного магазина погибла женщина. Еще один человек успел покинуть горящее помещение. Мужчине, у которого была порезана голова, пожарные вызвали скорую помощь. Раненого спасатели заметили возле горящего строения, когда только подъехали к месту вызова. Пострадавший только-только выбрался наружу и, пребывая в шоке, сообщил: «Внутри находится еще один человек». Незамедлительно зайти внутрь возможности не было из-за высокой температуры. Несколько минут ушло на то, чтобы охладить морской контейнер, приспособленный под котельную бытовку. Внутри обшитого металлическими листами и утепленного бокса стояла печь, обеспечивающая теплом большой флористический магазин. По данным Следственного комитета, здесь жили двое сотрудников фирмы – 51-летняя уборщица и разнорабочий истопник. Последнему удалось спастись, женщина погибла в дыму. Судебный эксперт, осмотревший тело, явных признаков насильственной смерти не нашел. Пока ЧП рассматривается как бытовой несчастный случай. Очаг огня находился не у котла, а в жилой зоне у одного из топчанов, где отдыхал персонал. Пострадавший, по всей видимости, получил порезы, когда выбегал из контейнера. На входе в него были установлены остекленные двери. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. С места происшествия Юлия Рябцева, Мария Дедова и Андрей Алферов.